Сегодняшний фильм это даже это если Довженко фильм видели, фильм «Земля», фильм «Арсенал», то это в стиле Довженко, это черно-белое кино с субтитрами, без слов. Это философское осмысление жизни, очень сложное, очень тяжелое, очень страшное, касающееся последних лет, в общем-то, жизни Украины. Для меня. Кто-то, конечно, по-другому видит это. Это для меня. Почему? Потому что эти съемки я начал еще 3 года назад, еще за год до Майдана. Значит, фильм снимался этот в Крыму. Значит, потом фильм имеет 3 части. «Безумие», «Революция», «Война». Я, мой герой, который в этом фильме, бывший забойщик животных, значит, как он становится из забойщика животных, становится революционером, потом попадает на войну, в плен, и, в общем-то, проходит все это и возвращается к своим скелетам в шкафу, который пытался в начале фильма закопать. Значит, есть такая поговорка или такая философская мысль Соломона, что все проходит, и это пройдет. Есть такое. И вот я как бы эпиграф к этому фильму. Все проходит под солнцем, сказал Соломон. Ничего не проходит, сказал Чехов. У Чехова есть как раз в отместку Соломона. Соломону есть такой рассказ, где он идет через своего героя. Он как бы восстает против этого философского высказывания, философской этой мысли и говорит, что ничего не проходит, что действительно, что все остается в душе и в человеке ничего не проходит окончательно. Я думаю, что премьера состоится уже в следующем году, то есть в 2016 году. Надеюсь, что это будет крупная международная премьера. Это фильм некая такая эпическая драма, которая снималась в течение 3 лет. Снималась и в Крыму, и в Киеве, и на Майдане, и в Харькове, и на Харьковском Майдане. Которая рассказывает о судьбе человека, за последние, в общем-то, трагические годы, которые переживает Украина. Это философское осмысление жизни, философское осмысление войны, философское осмысление революции. То, как мне кажется, в общем-то, это попытка остановить, наконец, или, конечно, попытка остановить, наконец, и войну, и кровопролитие, чтобы люди, наконец, остановились и задумались, для чего они живут, куда они идут, что дальше. И чтобы действительно задумались о смысле жизни. Это хоть и пафосно звучит, но это так, чтобы задумались о смысле жизни.
несколько слов скажу о предыдущих работах. На Майдане, во время Майдана, снимал художественный фильм «Однажды в Украине». Этот фильм снимался с первых дней Майдана, документальные кадры мы начали делать еще до 30 ноября. Художественные съемки начали 7 декабря, буквально через неделю после того, как стал Майдан, как побили студента. Значит, этот фильм снимался прямо на Майдане, прямо на баррикадах. Кадры из этого фильма вы увидите здесь тоже, они тоже здесь будут. Мы не знали, чем закончится Майдан, потому что никто этого не знал. И, наверное, когда стоял Майдан, мало кто знал, что Майдан победит. Ну, естественно, мы надеялись, но не все были уверены в этом. Тем не менее, фильм снимался уже на победу Майдана, и, к сожалению, многие вещи, которые сказаны были в этом художественном фильме нашими актерами, стали пророческими. Потому что за 3 недели еще до расстрела Небесной Сотни наш актер на баррикадах на Рушевского сказал, что власть расстреляет свой народ, погибнет очень много людей. Мы этот фильм закончили. Первый показ этого фильма был здесь, в Польше. Он был в украинском свете. Первый показ – это допремьерный показ. Потом премьера была у нас в Германии, в самом большом в Восточной Европе кинофестивале, это «Котбус» в Германии. После этого мы поехали показывать этот фильм как бы по миру. В Париже был показ, тоже в украинском доме при посольстве, бывший дом Лондона. А потом уже мы показывали его и в Украине, и во Львове, и в Хмельницке, и в Харькове, и в Киеве, и на других кинофестивалях мира. Сейчас за последний месяц он попал на 4 кинофестиваля, только за последний месяц. Вот мы в Испании получили приз, в Португалии несколько дней назад фестиваль закончился, мы еще не знаем результатов, но фильм был в конкурсе в Португалии. 2 дня назад был показ в Люблине на кинофестивале, на международном. Через несколько недель показ в Италии, а потом в Америке. То есть фильм живет своей жизнью. И я думаю, что судьба, что он еще очень долго будет жить. И может быть до конца, и потом только станет более известным и популярным, когда какое-то время пройдет, когда немножко народ остынет или немножко придет в себя от всех этих передряг, которые коснулись Украины за последние несколько лет. Сейчас я заканчиваю полнометражный фильм о сегодняшней войне. Значит, это будет называться «Однажды в Украине война». Это часть вторая. Первая часть была «Однажды в Украине революция». Это фильм о Майдане. Сейчас я заканчиваю съемки и монтаж фильма «Однажды в Украине война». Это фильм, который будет рассказывать о войне и с философским взглядом пытаться переосмыслить, что людей заставляет брать в руки оружие, что людей заставляет стрелять друг друга и как бы заставить увидеть кровь у себя на руках, если эта кровь действительно принесена войной.
чтобы, это, чтобы как можно меньше было крови потом. Вот это как бы главная задача тех фильмов и тех работ, которые я делаю. Сегодняшний фильм, сразу говорю, тут он недоработан, потому что еще вы первые зрители, он недоработан. Тут могут быть орфографические ошибки, они есть, это я знаю точно, потому что не вычитывалось. Тексты, которые будут короткие, фразы, они не все вычитаны. Тут могут быть оплошности еще по музыке. Музыка будет, скорее всего, переписываться, потому что музыка это не наша, не оригинальная музыка, это как раз музыка Довженко полностью сейчас, там музыка Довженко, потому что музыка еще не писалась, потому что еще нет у нас композиторов, нет у нас еще оркестра, который сможет написать хорошую музыку, поэтому на это еще нужно время и деньги. Но это как бы такой набросок, чтобы мы могли посмотреть, оценить, но сразу говорю, это не для простого зрителя. Вот такой фильм нельзя показать, и никогда, наверное, он не может быть показан в кинотеатрах для обычного зрителя или по телевидению. Это фильм только для фестивальной публики или для мыслящей публики. Ми сьогодні, в принципі, перші, можливо, єдині глядачі чорнового варіанту фільму, так? Так. Ну, что я хотел пожелать? Ну, конечно, пожелать я хочу всегда мира. Мира и осмысленной жизни, это самое главное. Осмысленной жизни, чтобы жизнь была действительно глубоко осмысленна. Ну, я ще хочу додати, що перший фільм «Одного разу в Україні» вже отримав декілька закордонних нагород. Ну, а ми дякуємо за те, що ви відвідали нас в Варшаві, і до наступних фільмових зустрічей і зустрічей нас посередку. Дякую. Спасибо.